Этот пешеходный переход на проспекте Ленинского комсомола между домами 5 и 36 – один из самых оживленных в городе. Рядом расположены остановки общественного транспорта, здесь же находится детская поликлиника. Переход нерегулируемый, и по нормам для безопасности пешеходов установлен так называемый «лежачий полицейский». Проезжая эту неровность, легковые автомобили особого шума не производят. Но то, как бухают грузовики, слышно даже днем. Нетрудно представить, что происходит в темное время суток, когда на дорогах свободно, светофоры работают в режиме мигающего желтого, а скоростное ограничение многие водители не соблюдают. Грохот от него ужасно ночью особенно, и вечерний после 10 часов. Находиться даже мы вот в конце, у нас квартира дальше от полицейского, и то слышимость жуткая. Даже спать не можем. Представьте, я взрослая женщина и подпрыгиваю ночью вот в этом доме. Есть эта проблема не только жители дома номер 5, но и жители дома номер 9 ППЛК. То же самое. По ночам невозможно открыть окно. Потому что сейчас жара, духота, и ночью спать невозможно, потому что грохочет эти машины с утра, утром, днем, ночью, постоянно. Бабушка у нас здесь рядом живет, говорит, что да, мешает. Живу на первом этаже, угловая квартира, звук удваивается, утраивается. Лежачий полицейский замучил, полностью, если слово замучил. У нас ребенок маленький, вот такой еще есть 9-месячный. Мы не спим, и дети не спят. Ночью как бы мы постоянно в таком в напряжении, и жить невыносимо. Может быть, какая-то есть альтернатива этому полицейскому, но его как бы надо, с ним надо работать. Он бессмысленен. Надо делать или светофор поставить, или живого полицейского. К сожалению, как нам пояснили в администрации, оборудование надземного или подземного перехода здесь технически осуществить невозможно. Установка же дополнительного светофора с кнопкой для пешеходов только усложнит движение автотранспорта по без того перегруженной улице. В городской администрации о проблеме знают и ищут пути ее решения. В ближайшее время будут выполняться проектные работы, то есть подготавливаться проектная документация по реконструкции существующего сейчас кругового движения, в частности, для нужд жителей 6-го микрорайона, потому что с утра 6-й микрорайон стоит на выезд, а вечером на въезд. И, возможно, в рамках этого проекта будет предусмотрено совмещение нескольких пешеходных переходов, в частности, ПЛК Дом 3 и ПЛК Дом 5, в один транспортный узел с установкой светофорного объекта. Что ж, надежда на то, что жители микрорайона все же смогут спать спокойно, есть. Осталось чуть-чуть подождать. Татьяна Снежко, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.